Сегодня в сквере «Чистая энергия» состоялось открытие входной группы. Это скульптурная композиция, выполнена в виде арки, внутри которой изображена семья. Памятник олицетворяет энергию и движение. А еще указывает на то, что интерес к здоровому образу жизни должен поддерживаться в каждой семье. Изготовлена такая конструкция из алюминиевого сплава и весит почти 1,5 тонны. Идея создания принадлежит обществу «Уренгойдорстрой». Подробности далее. Работа скульптора – создать эскиз, затем выполнить объемную миниатюру. И вот результат. Эффектная композиция встречает горожан в сквере «Чистая энергия». Арка, внутри которой изображена спортивная семья, как знак, что о здоровом образе жизни забывать не стоит. Входная группа выполнена из алюминиевого сплава и весит почти 1,5 тонны. Детище появилось на свет в одной из литейных мастерских Екатеринбурга. Сама же идея создания принадлежит компании «Уренгойдорстрой». Мы задумывали этот парк, эту территорию именно для того, чтобы люди здесь могли заниматься спортом, проводить больше времени на свежем воздухе. Поскольку это в любом случае невозможно без семьи, и это правильно, когда, допустим, взрослые к здоровому образу жизни приучают с детства своих детей, своих домашних, да, своих близких. Поэтому и была такая вот еще идея дополнить этой скульптурной композицией. Сквер «Чистая энергия» был открыт в 2014 году. Проект полностью реализовало предприятие «Уренгойдорстрой». Это своего рода подарок всем жителям газовой столицы. Сегодня еще один сюрприз. Его оценил глава города Иван Костогриз и внес свои предложения. Буквы не совсем вписываются. Они должны выделяться. Они должны выделяться. И сразу же говорю, у нас все-таки зима очень продолжительная. Это темное время суток. И эта композиция, она потеряется. Ее нужно подсвечивать. Причем подсветку нужно сделать так, чтобы мне действительно она выделялась, играла. Да. Отметил градоначальник и то, что парковую зону необходимо логически завершить. Одна входная группа есть, теперь надо и о второй подумать. Идейный вдохновитель замечание услышал. Конечно же, какие-то предложения, идеи Ивана Ивановича нами с вниманием будут рассмотрены. И думаю, что, может быть, впоследствии мы что-то и реализуем. Еще раз повторюсь, что мы не ставим точку. Мы любим свой город и будем дальше делать жизнь в нем краше и благоустроеннее. Сквер уже давно стал популярным местом отдыха новоуренгойцев. Здесь не только можно пройтись по дорожкам, но и прокатиться на велосипеде, скейтборде, роликовых коньках. Для малышей оборудованы детские игровые площадки. А оригинальные бронзовые фигуры не просто украшения. Всматриваясь в них, понимаешь, что энергия жизни заключается в постоянном движении. Анастасия Волкова, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».